Добрый день, с вами Легкий Сергей. В этом видео мы научимся регистрироваться в программе FIDGI, которая предназначена для массовой рассылки электронных писем. Регистрироваться нужно вот на этом вот по этому адресу fiji.com/ru. И здесь открывается вот такой интерфейс. Значит, мы вводим свою электронную почту. Я, например, введу вот такую вот свою почту и придумываем пароль. Все, соглашаемся с правилами и условиями и нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». У программы FIDGI в бесплатной версии можно отправлять 15 тысяч сообщений в месяц и в базе иметь 3000 уникальных подписчиков. Для того, чтобы получить такую возможность, нужно, во-первых, заполнить анкету в разделе «Мои данные». Тут мы пишем, как нам обращаться. Тут мы пишем свои данные. И нажимаем кнопочку «Сохранить мои данные». Итак, мы ввели все свои данные. Нажали кнопочку «Сохранить мои данные» и ждем смс-ку на телефон с кодом для подтверждения нашего номера. Теоретически в FIDGI можно иметь сколько угодно аккаунтов, но для каждого из них нужен свой адрес электронной почты и свой номер телефона. В противном случае он будет писать, что такой номер уже существует. Ну вот и все. В принципе, нашу регистрацию в сервисе FIDGI мы закончили.